Здравствуйте, мои дорогие коллеги, друзья! Я хочу вновь вас порадовать очередным видео. Уже у нас на дворе середина весны. И этот ролик мне хотелось бы посвятить тем проблемам, которые сейчас в основном волнуют наших читателей, коллег моих, друзей. Это посвятить его времени открытия кустов. И остановиться на отдельных моментах, которыми я руководствуюсь при этом. Ну, что мне хочется отметить по данному вопросу? Это прежде всего то, что по-прежнему нас мучают заморозки. Дневного прогрева как такового нет. И поэтому невольно напрашивается вопрос, когда же нам приступать к этому открытию кустов, особенно именно в открытом грунте. Здесь я хотел бы обратить прежде всего ваше внимание на то, что на данном этапе заметно снижается морозостойкость отдельных частей куста, в частности почек, старой древесины, ну и так далее, лоз. А в основном плодовые почки нас больше всего сейчас будут интересовать, так как они несут непосредственно основной урожай. И нам надо довольно аккуратно к этому относиться, всевозможно сглаживать все эти негативные факторы и прежде всего беречь наши кусты от пониженных, а точнее будет сказать, отрицательных температур, которые заметно могут нам повредить. Поэтому одним из основных факторов, которыми руководствуюсь при открытии кустов, это среднесуточная температура. Как известно, биологический ноль винограда плюс 10. Поэтому для начала мы будем обязательно мониторить непосредственно температуру в своем регионе. И только после установления каких-то стабильных температур по истечении 5-7 дней в пределах среднесуточных температур 7-10 градусов можно спокойно вот уже снимать укрытие. Это, кстати, очень важный момент, на который я хочу обратить ваше внимание. Второй момент, на что мне хочется обратить внимание, это прежде всего прогрев почвы в зоне корневой системы. Почему именно так? Очень часто получается, что при раннем открытии кустов под палящими лучами солнышка весеннего у нас происходит раскрытие преждевременное почек, а затем, ввиду того, что корневая система еще не заработала на полную мощь и не подпитывает данные наши почки, у нас часть глазков, а возможно и все глазки, могут просто-напросто усохнуть. Потому что корни еще не прокачивают питание при холодной почве. Поэтому желательно дождаться также хорошего прогрева почвы. Но это опять же оптимальная температура порядка 70 градусов. Ну и третий момент, очень-очень важный, я считаю, это всевозможные каждогодные, я бы сказал бы, возвратные весенние заморозки, которые в основном повреждают именно глазки, плодовые глазки, которые несут вот основной урожай. И при этом вы должны помнить, что далеко не каждый сорт способен плодоносить из замещающих почек. Они более как бы морозоустойчивы, они позже распускаются, но урожая после обморожения вот этих вот основных плодовых почек вы можете на своем кусте не увидеть. То есть вы полностью лишаетесь будущего урожая. И поэтому я не сторонник очень раннего открытия кустов и стараюсь все это, стараюсь это все делать как бы постепенно, путем вначале убирания именно вот зимнего укрытия и замена его на ранневесеннее. Кроме того, я очень не рекомендую вам после снятия укрытия сразу подвязывать лозы.
Это также заметно усложнит вам борьбу с возвратными заморозками. Ну вот, исходя из данных моментов, я могу вам сказать однозначно, что по этому году, тоже нестабильному году, мне подсказывает моя интуиция, что открытие кустов в данном году я буду проводить уже непосредственно, наверное, ближе к концу апреля. Ну, я надеюсь, что вам видео также было очень полезно. Вы получили советы от меня. Хочется, чтобы у нас как можно меньше было трудностей при выращивании винограда. Но мы люди закаленные, северные, поэтому ко всему привыкли. Я очень надеюсь, что мои советы, которые вы получили здесь, вам очень помогут. Надеюсь, что видео было полезным для вас всех. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Вадим Точилин. До новых встреч!